Здравствуйте. Сегодня в видео я хотел бы вам показать, как я храню свои приватные ключи, восстанавливающие фразы и, ну, в принципе, любые другие документы, которым вы хотите, чтобы никто у вас не украл и так далее, не смог с ними воспользоваться, да, там, ваши деньги, еще что-то такое. Но в данном случае я вам... Я храню таким образом восстанавливающие фразы и приватные ключи от своих кошельков в криптовалютных. Итак, поехали. Есть такая замечательная программка, которая называется Kaspersky Total Security. В этой Kaspersky Total Security есть виртуальные сейфы. Как вот вы сможете вот здесь прочитать, да, они зашифрованы, используется алгоритм шифрования AES-256 с ключа 56 бит. Ну, то есть, ребят, взломать его, если у вас тем более хороший установите пароль, довольно-таки тяжело, а мне кажется, вообще невозможно. Я хочу пояснить, почему. Почему невозможно? Потому что, допустим, если вы там винраром, да, каким-то ставите пароль, то... Как вы знаете, WinRAR и всякие там такие архиваторы, они довольно распространенные. То есть их все равно пароли у них можно подобрать и так далее. Да, да, это тяжело, да, может быть невозможно. Но тем не менее, вероятность того, что их взломают, эти WinRAR, да, с паролем, все-таки есть. А вот эта штука, она, виртуальный сейф от Касперского, она не распространенная. И то есть хакеры ее еще явно не научились сломать и, может быть, никогда и не научатся. Второй момент виртуальных сейфов. Этим занимается структура, да, которая занимается именно защитой от хакерских атак и так далее, от хакеров. То есть она знает, как надо защитить ваши данные, и она это делает. Ну, естественно, процент есть и у того варианта, но лучше у этого варианта с Касперским, мне кажется, процент взлома намного меньше, чем у всех других вариантов. Итак, поехали. Естественно, я вам на своем примере показывать не буду, я вам покажу на документации на сайте Касперского. Итак. Что вам надо, чтобы зашифровать ваши ключи? Просто открываем ваш Kaspersky Total Security, больше, переходим на безопасные данные, нажимаем виртуальные сейфы. У нас откроется вот такое окошко, как вы видели на первом, там, в первых минутах. Да? Нажимаем создать сейф. Как только вы создали сейф, открывается вот такое окошко, сюда вы перетаскиваете все ваши данные, которые папки, файлы, которые вы хотели бы защитить от других. Ага. Дальше мы нажимаем продолжить, открывается вот, да, вот, ну, вот вы добавили несколько файлов, папок и так далее. Нажимаете продолжить. Дальше очень-очень внимательно. Первое, мы выбираем расположение сейфа. Я выбрал распоряжение сейфа сразу в облаке. Ну, допустим, на Яндекс.Диске там или на Дропбоксе. Ну, у кого как, да. Можете выбрать любую папку, а потом перенести в облако. То есть вообще для чего это делается? Это делается, чтобы у вас вот эти данные никогда не потерялись и никто их не нашел. Поэтому я вот эти все свои сейфы храню именно в облаке. Там Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive, там без разницы. Ваше дело. И сейчас речь не про это. В общем, выбираете расположение файлов, название сейфа и выбираете, очень важно, смотрите, размер сейфа. Дело в том, что изменить сейф вы потом... Походу можете, но, как вот тут написано, вы не сможете изменить размер сейфа в будущем. То есть выбираете, как вы будете хранить. От каждого кошелька отдельно или все кошельки в одном месте. Естественно, что желательно от каждого кошелька отдельно, чтобы у каждого сейфа был разный пароль и так далее. Но это не совсем удобно, да, ну, дело ваше. Я вам лично просто показываю, как я это делаю. Дальше вы создавать, не создавать на рабочем столе ярлык, но я, естественно, не создавал, я часто не пользуюсь этим сейфом. Один раз создал и все, и забыл про него, отправил в облако. Поэтому выбираем название, где будет находиться, размер, и нажимаем продолжить. Дальше устанавливаем пароль сейфа. Пароль должен быть очень хороший, иначе, сами понимаете, чем легче пароль, тем его легче взломать, да. И очень важно, забытый пароль восстановить нельзя. То есть даже Касперский вам не сможет восстановить этот пароль. Никто. Если вы его забыли, все. Дальше он вам предлагает
предложат удалить исходные данные или не удалить. Ну, естественно, как бы удалить или не удалить, решайте вы сами. То есть я решил удалять, потому что, ну, я для чего его создаю? Чтобы доступа к этим данным ни у кого не было. Поэтому удалить. Все, сейф ваш готов. Нажимаете «Готово». Дальше он будет у вас всегда в списке виртуальных сейфов находиться. Да? Вы можете его открыть в проводнике. Вы можете, если у вас другой есть сейф, указать другой сейф, создать еще один сейф, закрыть и так далее. Что хотите, можете с ним делать. Если вы его вот тут откроете в проводнике, это полностью вы сможете его файлы удалить, закинуть и так далее. Да? Вот, как изменить ваш сейф? Ну, естественно, вы можете, что вы можете изменять в вашем сейфе? Вы можете переименовывать его, изменить пароль, показать расположение сейфа, создать ярлык на рабочем столе или вообще его удалить. Да, вот как это делается. То есть вот, вот ваши сейфы, вы делаете, и вот какие варианты, да, что вы можете с ними делать. Да? Как бы храните ваши деньги в надежном месте. Всем спасибо, всем пока.